Это мой life journal. Татьяна Соломановна Мактум. Сайфудин, мой новый проект. 8 минут позитива. Студия позитивного мышления. Татьяна Соломановна Мактум. Сайфудин. Сегодня у нас 2 января 2021 года. Суббота. 19 часов и 17 минут. Вот такие вот дела. Так я кушаю в моей квартире. Вот такие вот дела. Макарошки с соевым мясом. Имитированная черная икра. Оливки. Подсолнечное масло. Загружаю мое видео на мою страницу Фейсбука Татьяна Л. Вот сейчас я вам покажу. Татьяна Соломановна Мактум Сайфудин на русском, на английском языке. И моя фамилия, как пишется у меня в паспорте. Покажу, я покажу. Очень кушаю. Загружаю видео. Читаю мою книгу. «Тайная психология денег, секреты богатства и процветания». Книгу читает автор. Сейчас я покажу себя здесь. Вот такие вот дела. Лет, рост 1,75 м, брендирую себя, делаю из моего имени мировой бренд. Ох, о, слушайте, сломалась. О, боже мой, кстати, упала. Ох, слушайте, что тут это? О, сломалась. Знаете, в Америке покупала. Какая неприятность. Блин. Прямо в прямом эфире. Ох, во всех вариантах. Смотрите, сломалась эта штука, даже не знаю. Разбилось стекло? О, стекло не разбилось, а эта штука прям вся сломалась. Ох, не знаю, склеить ее. Как же так? Блин, представьте, сломалась. Такая. Ох, это моя, знаете, любимая вот эта вот. Любимая эта штука, знаете, вот эта вот. Моя тут фотография, ох, этот, как говорится, что сказать-то? Василий Леонидович, представляете, сломалась эта штука. Фотографии-то куда ставить? Видите, как сломалась-то? Блин, вся развалилась. Представляете? Какая красота. Может, ее склеить можно, а низ куда делся? Низ тоже куда-то отвалился. Я даже не поняла, а низ-то куда делся? Кстати, вся развалилась эта штука. Наверное, ее можно склеить. Возможно, Василий Врианович ее и склеит. Обратите внимание, какая жалость. Какая жалость. Ну, что сделаешь? Что сделаешь? В общем, упала. Упала прямо в прямом эфире. Рамочка. Вообще, ладно, сейчас руки помою.
посуда, она бьется к счастью. Но это не посуда, это такая штука. В общем, жалко, конечно. Ну, возможно, я думаю, что эти куски-то как бы остались. Я думаю, наверное, она стала исторической. Ох, расстраиваться или что делать? Расстраиваться по этому поводу, не расстраиваться. Наверное, это к счастью бьется эти штуки, это к счастью. Рамочка разбилась, в общем, как-то вот это вот. Ох, ну да, что я там? Я свет стала выключать. Свет я включила, потом стала выключать, и этой штукой задела. Ну, в общем, как-то так, надо было, может быть, ее... Ну, места там, конечно, знаете, на этом тубасике не так много, маловато. А рамка? Одна из самых красивых рамок. Покупала я в Америке. За мои наличные деньги, в Маршалсе. Так что вот, к счастью, прям в прямом эфире студия позитивного мышления Татьяна Салмановна Мактум Сейфудин, это я, автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания», это я, читаю мою книгу. «8 минут позитива» с Татьяной Салмановной Мактум Сейфудин, автором книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Ну, посуда бьется к счастью. Да, будут деньги, я вон это куплю, вот стану этот процветающий, как я вам тут зачитывала. Процветающий человек – это человек, который богатый, имеет деньги, да, но не только. Это человек, который живет в гармонии с собой и с окружающим миром. Он здоров, счастлив, успешен и имеет время наслаждаться своим процветанием. Вот такие вот дела. Да еще таких рамочек я куплю. Вот здесь вот магазинчик фамилии открылся. Так что вот это была 10-я страница. 10-я. А так что вот, да, 11-я страница. А как же достичь такого прекрасного состояния? А, правда заманчиво. И кажется как-то нереально. Иметь деньги – это одно. Но чтобы быть счастливым, здоровым, успешным, жить в гармонии с собой, с окружающим миром, именно так. Кстати, таких людей становится все больше и больше. Как же достичь такого прекрасного состояния?